вкладываться нужно, инвестировать в себя, так скажем. А для этого надо в себя очень верить. И на самом деле нужно жить этим. Безусловно, нужно этим жить. И причем это не исключает возможность того, что человек может работать где-то в другом месте, но при этом жить музыкой. У меня есть такие примеры, такие знакомые, которые это совмещают. Но лично я не могу. У меня был профессор в Академии музыки, которая мне говорила: хочешь быть певицей, будь ею 24 часа в сутки. Это означает, что, в принципе, лично для меня, у меня такой жанр, такой, так скажем, та сфера, в которой я себя позиционирую, она требует хорошего вокального звучания, то есть постоянно хорошей формы. То есть если бы я там была, предположим, только создатель песен, да, я могла бы себе позволить не заниматься вокалом. А здесь это постоянная тренировка, это как спорт. То есть если спортсмен, он находится в хорошей спортивной форме, то есть он идет в сезон, он посвящает все это время, все свое существо этому. И это режим дня, это питание, это все, это спорт на самом деле. И без этого, конечно, не получится чего-то достигать. Но это что касается меня.